Друзья, всем большой привет! С вами канал «Жизнь на подоконнике», я Татьяна. Мы с вами в магазине «Оби», город Москва, ближайшая станция метро Говорова, Боровское шоссе, 47-й километр МКАД. Давайте посмотрим, что из орхидей нам предлагает магазин «Оби». На некоторых упаковочках теперь пробивают сорт, что очень удобно. Многие довольно часто встречающиеся сорта, было непонятно, как они называются. Но теперь можно это посмотреть на упаковках. Орхидей немало, есть прям классные. Не сказать, что прям очень уж большой интересный выбор, но что-то прям есть. Посмотрите, какая красота. Насколько я помню, эта красота называется сезам. Вам будет на экране гораздо лучше видно сорта, чем мне при монтирование этого видео, так что, пожалуйста, смотрите сами, если я где-то в чем-то ошибусь, на видео будет лучше видно, какой это сорт. Пишут, что все орхидеи по 999 рублей, в основном так и есть. Есть орхидеи с двумя цветоносами, они по 1299 рублей. Встречаются панды, попугай. Ну и, в общем-то, мы с вами только возле касс. А сейчас мы пойдем с вами в основной магазин «Садовый рай» и посмотрим, что там интересного. И в конце видео с вами заглянем в уценку. Так что, пожалуйста, смотрите до конца, если интересно. Здесь вот вообще непонятно, что пробито. Очень сложно прочитать вот этот вот шикарный биглипчик. Здесь у нас Амстердам. Вот он, посмотрите, какой красавец. Очень красивый нежный цвет, сочетание белого, розового и такой желто-коричневатой губы. Смотрится прям отлично. Ну и за ним тоже интересная орхидея. Сплэш. Сплэш чего-то там не видно. Какой-то сплэш, но посмотрите, какая красота. Какая красивая расцветка у этой орхидеи. Плохо видно из-за того, что отсвечивает пакет. Но поверьте, вживую она смотрится прям шикарно. Не знаю я, что это за поставщик. Возможно, это тот же самый GMP. Просто они немножко поменяли. Сделали, так сказать, ребрендинг. Потому что GMP в России вроде как больше не поставляется. Но это не точно. Есть и другого поставщика тоже орхидеи. Они в закрытых коробочках с картоном наверху. Там уж с сортами не совсем понятно. Но прям красивые, нарядные. Вот этот вот, смотрите, какой букет. Сколько цветоносов, тяжеленная орхидея, вот закрытая коробка, стоимость всего лишь 1299, очень классно. Таких орхидей несколько, не могу сказать, что они прям первой свежести, но такие довольно симпатичные расцветки. Друзья, пожалуйста, не забывайте поставить лайк, написать комментарий, подписывайтесь на канал «Жизнь на подоконнике». Равелла тут у нас представлена, пара штучек. Один был попугай. Такая интересная желтая середина на фоне малинового с белым. Вообще прям кайф. Андора. Андоры стали часто встречаться. Одно время что-то их прям вообще не было. Тоже посмотрите, какая расцветка. И эта орхидея называется пичес. Персиковый или персики. Какая красота. Не знаю, мне кажется, много красивых орхидей не бывает. Они все красивые. Какую ни возьми, все уникальные, все интересные. И каждую хочется купить и принести к себе домой. Одна проблема – ставить больше некуда.
Если у вас также, напишите, пожалуйста, в комментариях. К сожалению, непонятно, что это за сорт, но она очень красивая. Стоит она немного, 1299 для такой роскошной красоты. Это просто шикарно. Посмотрите, какая у нее губа. Губа оранжевая, еще и с точками. Просто красота неимоверная. Всего лишь 1299, по-моему, прекрасная цена для такой орхидеи. Очень красиво. Напоминаю, если кому-то нужно, это город Москва, 47-й километр МКАД, ближайшая станция метро Говорова. Ну, красота. Из нефалинопсисов почти ничего нет. Вот пара дендробиумов встретилась. Но так в основном только фаленопсисы сейчас. Вот еще одна ровелла. Получается всего две штучки. Здесь тоже очень красивая расцветка. Пастельная такая белая с розовым. Ну и в общем-то все. То есть не так, чтобы много орхидей. Пойдемте с вами еще посмотрим, есть ли что-то интересное в уценке. И будем заканчивать наш обзор. Здесь у них уценка орхидей. Написано, что стоимость минус 70% и цена указана без скидки. Забегая вперед, скажу, что особо ничего интересного нет. Ценник какой-то довольно завышенный, и нет смысла за такие, ну, обычные сорта платить. Из-за того, что у них было три цветоноса, они стоили так дорого. Сейчас на них, естественно, нет никаких трех цветоносов. Ну, а цена получится выше, лучше уж вон за 1300 пойти и хорошую цветущую орхидею купить. Здесь как бы ничего особенного. Единственное, что корни довольно хорошие. И на этот раз прям уценка была хорошо полита. Обычно она такая у них, как сухарики, стоит. Так что не могу сказать, что в уценке прямо встретилось что-то интересное. Здесь уже вообще не поймешь, что это было и сколько это стоило. Так, кустик вполне себе неплохой, даже с новым листочком, с хорошими корешками зелененькими. Друзья, ставьте, пожалуйста, лайк, если видео было интересным. Подписывайтесь на канал «Жизнь на подоконнике». Пишите ваши комментарии. Я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока!